Вы уже обратили внимание на вашу прекрасную соседку, заслуженную артистку России Татьяну Буланову, которая сейчас... Под впечатлением ваших танцев исполнит песню «Пригласите даму танцевать. Нынче вечер хоть куда разомкнулся навсегда круг забот, и в шумном зале звуки музыки летят. Вижу ваш случайный взгляд, молодой человек, пригласите танцевать. Дмитрий Беделин у нас в гостях сегодня, актер театра и кино. Спасибо.
Ну, признайся, что это была твоя мечта. Это была моя мечта. Я вырос на ваших песнях. Все. Закрыл. Можем уходить. Нет, я еще останусь. Я обещал уже, что приглашу и вас. Ну, конечно, потому что это легенду ты пригласишь, не просто так. Валентина Ивановна, у нас сегодня, кстати, в гостях практически золотой состав парка «Сокольники». Танцоры. Танцплощадки, чьи видео собирают миллионы просмотров, к ним мы еще обратимся. Спасибо, что вы с нами, ребята. Спасибо. Ну тогда признайтесь, Дима, сколько в вашей жизни было медляков под песни Тани Булановой? Ну, конкретно с Татьяной ни одного. Медляк, но теперь сейчас маленький, уже был, да. У меня были медляки, он еще только родился, наверное. Да, вы знаете, я помню даже те моменты, когда мы на кассетах карандашиком, знаете, да, перематывали обратно, да. У меня была ваша кассета. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. У меня тоже была ваша кассета. Спасибо. Ну, хочу сказать, что Таня недавно вышла замуж, друзья. Мы тебя еще не поздравляли в этой студии с замужеством. Спасибо. Но твое знакомство с мужем состоялось как в этой песне? Пригласите танцевать? Нет, немножко по-другому ставилось. Мы танцевали первый раз только на свадьбе. На свадьбе. У нас есть эти кадры. У вас был такой чувственный свадебный танец, что даже длинный подол платья, о который спотыкался жених, не смог оврачить. Я тоже спотыкалась. Этот прекрасный момент. Вы репетировали? Нет. Это была импровизация практически. Кстати, мне 54 было, я вышла замуж 54 года, так что у вас все впереди, да. Я тоже присоединяюсь. Спасибо. Честно и искренне. Вот я так, потому что у вас все впереди, вам что-то всего 48, у вас еще есть вот так время. Ну, мы практически, да. Вот мы практически рады, что, да? И эти песни, что вы всегда пели со слезами, я это помню, да? Давай посмотрим, что говорили о тебе люди в 1994-м. Внимание. Какая певица, певец, группа в этом году вам больше всего понравились? Ну, наверное, кто мне запомнился, это Татьяна Буланова. Чем? Поет так печально, всю жизнь до жизни. То есть даже у тебя слезу пробивает. Да, вот ехали как-то в дороге, вообще кассета играла часов 10 подряд. И все грустно, да грустно, хорошо вообще. Прям мнение совпадает со стороной. То есть, по сторонам смотрим вообще, и как в песне все. Ее имидж, мне кажется, очень подходит нашей действительности, нашей реальности, поэтому... То есть обо всем грустно? Наверное. Посмотри, 30 лет прошло, обалдеть, 30 лет. Хорошо, что ты сейчас стала петь веселые танцевальные песни. Да я и раньше пела, что-то как-то никто внимания не обращал. Сам на грустно. Видимо, хотелось людям грустные песни. Не знаю, ну а тебе нравится танцевать? Вот. Да, очень. У тебя какой любимый танцевальный? Когда учили твист танцевать в операции «И», берете окурок. Один окурок, да. Вот это примерно про меня. Я такой же танцор, но есть какие-то танцы, которые я могу, по крайней мере, повторить за исполнителями. Ну, давай что-нибудь сегодня объедини нас каким-нибудь танцем, песней. Ну, давай «Макарена», она пока легкая, и за мной можно повторять. Да? «Макарена» с Таней Булановой! О, зрители присоединяются! Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Спасибо. Спасибо.